Всем привет, ребят. Короче, сейчас я приехал на ОС, собственно, чтобы тут раскататься, поделать новые трючки. И да, я на скейтборде. Кстати, у нас будет соло-стрит, в принципе, да, что поехали. Короче, ребят, вот мой скейтборд. Мне его, кстати, подогнал друг совершенно бесплатно. Огромное ему спасибо, короче. Вот так он выглядит с этой стороны, а вот так он выглядит с этой стороны. Вот, конечно, есть небольшие такие, сказать, дефекты, но ничего, в принципе, страшного. Есть минус, есть косячок здесь, вот. Вот, косячок здесь есть, получается, и косячок в подшипниках, потому что они очень плохо крутятся, короче. Вот. И, кстати, еще тут получается жесткие какие-то колеса. И из-за этого все очень слышно прекрасно. Вот, смотрите. Вот, просто очень все слышно. Хотя на моем такого не было. Вот. Ну а так, он, в принципе, довольно хороший. Погнали катать. Короче, ребят, сейчас попробую еще запрыгнуть на этот бордюр, вот. Вот такой вот бордюр. И потом с этого бордюра попробовать, получается, шавить с дропа. Потому что у меня на этом скейтборде просто шавить отлично идет. И просто это очень круто, короче. И сейчас попробую сделать шавит. Погнали делать шавит с дроп. We talking about love. Go. All of my teeth, all of my wrists. I remember days when I never had this. They ain't really nothing but the kid average. If we talking about goals, then I mean groundwork. Residual, crowd surfing, no animal. Break to see you my day. We talking about go. Короче, ребят, мне походу не судьба сегодня сделать поп-шовит с дропа. Вообще какие-то трехи кручу. В общем-то, не судьба мне сегодня сделать поп-шовит с дропа. Че, в голову пришла очень тупая идея перепрыгнуть вот это вот все. В принципе, попробовал, пока что нормально. Вот, буду брать разгон, получается, оттуда. И вот так вот прыгать. Вот это были две мои попытки. Ну, мне кажется, нормально пока что. Всем привет, ребят. Это второй день нашего соло-стрита. И сегодня у меня будет соло-стрит на самокате. Я тут совсем один. И у меня будет соло-стрит не на своем самокате, а на самокате Артемия. Вот. Спасибо ему огромное, то, что дал мне самокат покататься. Очень огромное спасибо ему за эту возможность. Ссылка на его инстаграм будет в описании. И сегодня я приехал на мой любимый спот. Вот, это новый спот. Здесь можно какие-то классные трючки поделать. Сейчас я это все для вас засниму. Поехали. Короче, ребят, я не знаю, что тут еще сделать. Вот. Поэтому сейчас буду стабилить хил, потому что, как вы знаете, я его разучился. И это самый тот момент, когда надо попытаться сделать хил. Поехали.
Ну, я даже сам не ожидал, что я его со второй попытки поставлю. Давайте еще раз. Ой. Я ноги поставил, но запнулся. А со второй попытки я вообще чуть не упал. Надо продолжать. Если я это заснял, это была моя самая лучшая попытка, наверное, сделать хил. Сейчас посмотрю на повторе. Короче, вывод таков, что в воздухе у меня не получается. Вот как-то так. Сейчас попробую еще тут что-то наснимать. Погнали. Я бы там, наверное, смог на Half-Cup VIP, но решил не рисовать. Еще одну попыточку давай. Я устал, сейчас отдохну и продолжу.